До 1 июля 2017 года все кассовые аппараты старого типа должны быть модернизированы или заменены на новые и зарегистрированы в Федеральной налоговой службе. Новый порядок постановки на учет контрольно-кассовой техники вступил в силу 1 февраля. Определить, соответствует ли ваш аппарат измененным требованиям, можно на сайте налоговой службы в соответствующем реестре. Если техника устарела, ее следует модернизировать. Возможно, это или нет, уточнит производитель. Или купить новую, которая позволит осуществлять расчеты путем передачи данных через интернет. Специалисты налоговой понимают, процесс это не быстро, и в нашей области он в среднем занимает 1,5–2 месяца, но затягивать не советуют. Только в феврале новые аппараты зарегистрировали 126 мурманских предпринимателей. В целом по области требования законодательства выполнили около 600 человек. Для того, чтобы зарегистрировать контрольно-кассовую технику по новому порядку, необходимо наличие данного, будем так говорить, аппарата, который позволяет отправлять данные в электронном виде, и заключение договора с оператором фискальных данных. На сегодняшний день определено 5 таких операторов фискальных данных, и зарегистрироваться. Самый простой способ регистрации – это через личный кабинет налогоплательщика.